Красивая осанка Псков. Групповые занятия для детей, индивидуальные занятия для взрослых. Это в суставе. Сегодня воскресенье, и дует очень сильный ветер. Как-то не особо для прогулок, но я собралась пойти поклеить объявления, поразносить листовочки. Хотя понимаю, что это абсолютно бессмысленно. У нас в Пскове ходит грипп, оказывается. Вот почему детей так мало. Грипп, карантины какие-то там, классы закрыты. Вообще, я не знаю, ребятки, у кого этот грипп? Мы ничем не болеем. Никакого у нас гриппа, ничего нет. А была сейчас у бабушки, ребенка оставила. После тренировки прибежали. Вот сейчас иду в Додо Пиццу немножечко как-то, знаете, расслабиться, поесть что ли. Хочу взять там эту яишенку, что-нибудь такое полезное. Кофе у меня бесплатно будет. Мне почему-то Додо Пицца начислила какие-то 200 баллов. Вот я куплю кофе бесплатно. Написано, что за тайную покупку. Тайный покупатель. Проверка. Не знаю, что за фигня. Ладно, начислили, надо скорее их использовать. А то мало ли снимут. Бабушка у меня на неделе где-то обожгла руку. Она прикоснулась, говорит, локтем к сковородке и обожгла. Я когда пришла, смотрю, у нее эта рука покрасневшая. Она говорит, уже вот, говорит, 2 дня назад обожгла. Я говорю, надо чем-то мазать. Я говорю, и вообще надо в травмпункт ехать. Я не поеду в травмпункт. Я говорю, ну если не хочешь ехать в травмпункт, хотя бы тогда мажь, потому что, ну, краснота. Наподобие ожога первой степени. Я ей этот пантенол принесла. Стала мазать, говорит, болит после того, как помажешь. Вот получается, сегодня воскресенье, я не знаю, сколько прошло со времени это ожога, получается. Ну, наверное, блин, а я когда у нее была-то, подождите. Наверное, уже завтра неделя как прошла со времени ожога будет, наверное, завтра. Да, у нее, раз я во вторник, или когда я в среду приходила. Бляха, я уже не помню. Когда мы во вторник? Во вторник, по-моему, приходили. Да, что она получается, вот. И, короче говоря, господи, дядька упал. Боже. Дядька что-то стоит, покосила его, может, инсульт или еще что-нибудь, мужики его поднимают. Вот. Короче, и, значит, уже, наверное, неделя, да, у нее завтра, наверное, будет. Я пришла сегодня, пипец, у нее рука вот в области сустава, ну, он так и был, багровая. Я говорю, тебе надо идти к врачу. Никита ей приходил, говорил, что... Я говорю, посмотри на ее руку. Он ей сказал, надо к врачу, а то руку отрежут. Я ей говорю, надо ехать к врачу. Я говорю, тебе руку отрежут, ёпарасты. У тебя там сустав, он уже, ну, в области сустава, вот это воспаление и все. Вот. А чё вы мужика-то оставили? Да что ж, мне теперь всю дорогу его поднимать. Так а что с ним, он пьяный или нет? Пьяный. Ой, блядь. Вот так, блядь, всех и спасай, блядь. Не только своих, но еще, блядь, уличных каких-то. Одна дома сидит, блядь, отказывается ехать в травмпункт, блядь, с этим распухшей рукой. Тут, блядь, еще какие-то идут, он нахуй тоже разбивший мужик. Эти его оставили, долбоебы, блядь. Надо позвонить, этих вызвать. Родственники есть кто-нибудь? Нет. Как, еще один живешь? Далеко живете? Пятьсот метров? А почему тело так перекосило? Почему на бок тело так? Так обычно или это от чего так? Я не понимаю. Чуть сильно. Скорую вызвать? Скорую вызвать? Зачем? Чтобы дойти. Поможет дойти? Не, я тебе не помогу дойти. Я слабая, я не смогу. Скорую вызвать? Не слабая, просто... Помоги, я не смогу помочь. На меня опираться нельзя.
идите хоть по асфальту, хоть тут хоть не скользко. Да не дойду я. Ага, давай. Мужчина, вы не торопитесь или торопитесь? Да. Ну, хорошо. Парни, помогите мужчине недалеко тут дойти до дома, а? Пойдемте вместе, помогите, а? Он говорит, рядом живет. Идти сможете? Да. Пойдемте, говорите, где живете. Предлагаю рекламу на моем канале. Могу снять видео про вас, могу включить интеграцию. Для псковских и не псковских, для блогеров и для тех, кто продает или что-то предлагает, обращайтесь на мою личную страницу ВКонтакте. Слушка, далеко. Ну я понимаю, вам на скамейку-то хотя бы сесть надо. Сесть. Посадите его хотя бы на скамейку, ребят. Так, почему у вас так тело перекосило? А? Почему тело так перекошено у вас? Это у вас что, последствия алкоголя или что? Это ненормально? Да. Ну так это ненормально. Вы понимаете, что это может быть признак чего-то там, инсульта или еще с того, но... Да. Но... Что делать будем? Сумку застегните. Кто-то пытается нам не дотащить так далеко. Ну? Вызывать кого-нибудь? А как пойдете? Потихоньку. А? Потихоньку. Потихоньку? Я не хочу вас спросить, почему у вас так перекошено тело? Это же ненормально после алкоголя такая реакция. Почему у меня перекошено? Ну, у вас вот так перекошено тело. Вы не то, что не можете стоять на ногах, оно у вас на одну сторону. Дебил я. Понятно. Ну, что я хочу вам сказать? Вы сидите. Сидите, не ходите пока. Лучше посидеть. Потому что вы не дойдете. Помощь еще нужна какая-нибудь? Никакая не нужна. Позвонить родственникам, еще что-нибудь. Я разведен. Разводя? Понятно. А звать кого вас как? А? Как звать? Александр. Александр, понятно. Понятно, Александр. Сколько лет? 51? Так еще молодой. Че пить-то? Че пить-то? Надо жить, а не пить. Помереть хотите, да? Да? А че так? Зачем жить? Зачем жить? Для кого? Для кого? Для себя. Я понимаю, что в Советском Союзе, может, не учили для себя жить, но надо как-то научиться. Да? Для себя? Я для этого всю жизнь жил для кого-то. А сейчас я не живу ни для кого. Так надо для себя жить. Для себя. А зачем? Так интересно, что было. Зачем мне? Так а что, не интересно, что ли? Как вас зовут? Ольга. Ольга. Да. Вот смотри. Можно, да? Надо. Всю жизнь жил для кого-то. Да. У меня золотые руки. Кем работаете? Продавец. Продавец чего? Шин. Шин? И сейчас работаете? Да. Понятно. Ну. А по жизни просто. У меня дача. Да. Все делал, я все умел, все, у меня золотые руки, все на даче делал, все, жена, все делал, два теща. Теща умерла. Обвинили меня в ее смерти. Каким образом? Как умерла-то теща-то? А вы-то в чем виноваты, что теща умерла? Не в этом суть. Не буду, извините, пожалуйста, вам рассказывать. Из-за этого жена развелась. Что еще надо? Такая жена-то что развелась-то? Я не понимаю. Непонятно, что это развелась. Ну, умерла теща, и что? Да был момент... Якобы я виноват в смерти тещи. Дальше что?
Так что, ударили как-то ее или что? Нет. А что? А как виноваты можно быть в смерти тещи? Как? Психологический момент. Психологический? Да. И что, чтобы ее, что, как? Ольга, зачем вам это? Так я просто понять хочу, что вот вы говорите, вы сидите, пьете, вот, что, что? Что, ушла жена? Ну и ушла, ну и что с ней? Дети есть? Трое, двое внуков. Ну, отлично. Все, общайтесь с детьми, с внуками. Или дети тоже со внуками, тоже вас не отвергают. Что? Сын, что? Я не понимаю, что? Что не так? Так ну, нечего ну... пить. Вот какого черта? Вот я иду по улице, а вы лежите, пьете. 51 год мужику. Нашел себе другую бабу. Баб много. Не пей, работай. Курить я... тебе еще надо, спрашивай. Не ори. У меня отец 55 лет. Вот, в соседнем доме. Не ори на меня. Да и на вас надо орать, а что вы тупые. Все, сиди и думай. Сдохнешь, как мой отец. Сгоришь при пожаре, напьешься. И будешь потом. Жена у него ушла. О, блядь, бедный какой. Найди другую бабу, да хуя баб вокруг. Прицепился к одной, к своей, кипцу мать. Ой, дураки-то, я не могу. Ой, не могу, зайчики, как меня бесят, а? Как бесят. Задолбали, а, падлы. Так вот, продолжаем про мою бабушку, зайчики. Продолжаем про мою бабушку. У нее распух сустав, по-страшному. Я ей говорю, тебе отрежут руку. Вот, понимаете, вот, отрежут руку. Вот. Не каркай. Вот ты на отца тоже говорила, что будет пожар. Накаркала. Я говорю, пожар случился не от того, что я накаркала. Я просто видела все, что будет. Это и так понятно. Отец пил, сидел в подвале в этом доме. Свет, электричество сломалось. Он полез его делать, его шандарахнуло. Он стал в этой каморке в подвале включать свечку эту, зажигать. И, конечно, я ходила и говорила, пожар будет. Я боялась. Напьется, что там устроит, сигарета не потушена, еще когда свет этот был исправлен. Напьется, сигарета не потушена. Ну так и случилось, там что-то лодка какая-то загорелась, от чего в этом подвале. Все, все, и поехал. 10 дней в реанимацию, а там все органы пропиты и умер. А я накаркала, я не каркаю, я просто умный человек, который видит, что с вами случится. Понимаете? И вот я и говорю, тебе говорю, отрежут руку. Тебе ампутируют. Вот там просто сустав воспалился. Сустав воспалился. Ну, тебе вот этот хуярит сустав этот по плечу. Ой, как надоело. Зайчики, как мне надоели люди. Как я вас ненавижу, тупые люди. Пьют. А ко врачам не ходят, не обращаются. Я не знаю. Ну, блин, и родственники так бесят, я не могу. Бесят. Да подыхайте. Вот отец спил, спился. Пожалуйста. Пожалуйста, бабушка хочет тоже сдохнуть от сепсиса. Пожалуйста, я не собираюсь заставлять. Упираются в истерику. Ну, тупые, тупые. Знаете, ребят, если бы я училась на психолога, я бы по-любому написала какую-нибудь курсовую. Причины повального желания россиян умереть после 50. Вот кого ни подойди, не спроси, почему пьете? Хочу умереть. Бляха, и я тоже ведь тоже уже об этом подумываю, что как-то задолбало жить. Муж мне тоже говорит, задолбало жить. Походу, тут многим, блядь, задолбало жить. Почему нет такой до сих пор исследовательской работы? Ну, это интересно, согласитесь, да? Почему всем так попально не хочется жить? Все себя травят говном. Ну, парни молодцы, кстати, молодежь. Чтоб я, парни шли мимо. Я говорю, парни, помогите его да хотя бы до скамейки довести. Помогли, ребят. А мужик какой-то шел лет 45. А у меня времени нету. Молодежь молодец, безотказная. А вот эти вот старперы нынешние из Советского Союза, вот эти еще те заразы. Очень интересный момент. Вот почему, например, я со своей психикой иду по улице, да, и моя психика реагирует на алкашей. То есть идет другой человек. Он даже не видит этих валяющихся, пьющих мужиков. Вы понимаете? Обкровавленных. А вот другие, ну как бы, я вижу, да? Одни проходят абсолютно равнодушно, мимо. То есть у них психика даже их не видит. Просто блокируют сразу же. Такие бабы, как я, со синдромом спасателя, понимаете? Они видят все. Всех этих несчастных котов, собак,
этих вот алкашей, желающих сдохнуть. Вы понимаете, да? Вот интересно бы еще бы исследование на эту тему, да? Вот почему? У одних людей как будто замыленный взгляд. То есть они не видят вот этих каких-то горестных, вот этих несчастных людей. Понимаете? А другие видят. Очень интересно было бы момент, да? Провести, как бы сказать, исследование. Да. Нет, просто, ну, понимаете, это эти две вещи, они схожи. Бабушка моя с рукой, которой говоришь, надо ехать в трампунг. Я не поеду. Надо руку там это. Я не поеду. Понимаете, и тут же идешь, и мужик этот, который тоже вот он лежит, да, пьющий, да. Я хочу сдохнуть. Вот я умереть хочу. Мне неинтересно жить, я не знаю, зачем жить, да. Это из одной оперы, ребят. Понимаете, да? Из одной оперы. И я как с синдромом спасателя, вот этот травмированный человек, да, я говорю, так, Оля, не мешай людям сдохнуть. Не, пускай, бабушка хочет сдохнуть от сепсиса, либо без руки и по плечу остаться. Пусть отстанется. Все алкаши на улице, это, лежащие, пьющие, тоже пусть сдохнут. Они хотят сдохнуть. Понимаешь, как твой отец, ну прекрати их спасать. Прими этот мир вот таким вот дерьмовым. Фу, блядь, пойду хоть попью кофейку. Расслаблюсь немножко, вся на взводе. Чтобы купить курс «Красивая осанка», переходи по ссылке в мою группу «Осанка ПСК». Я сегодня первый раз села на такие непонтовые места, рядом прям с этим. И тут такая стенка, смотрите, классная. Классно вообще. Столик такой маленький-маленький. А места такие непонтовые. Жду свой омлетик, а кофе сразу взяла. Это бесплатный кофе, за баллы. Вот. Так, теперь у нас минут, надеюсь, 20 уединения, спокойствия, общения с собой, да. Я не сижу, нет, я, конечно, может, посижу, посмотрю вдаль, вон, посмотрю на ребят, которые пиццу там вот готовят за стеклом. И прикольно вообще, на самом деле, вот, смотреть туда. Но в целом я хотела, конечно, поболтать. А поболтать я хотела о том, все-таки вот об этих людях, которые пьют. Вот мы с мужем тоже когда ругались, честно скажу, он мне тоже кое-что сказал, типа что, наподобие того, что я уже представил, что ты меня типа бросаешь, вот. Почему у вас у всех, я не понимаю, вот у мужиков у них какая-то фигня такая есть, типа, я живу ради жены, я живу ради детей. Что за бредятина вообще? Что за бредятина? Я вообще, я не живу ради детей и мужа. Бред какой вообще, ребят. Бред какой, ради жены и мужа жить. Не знаю, я ради себя живу в первую очередь. Как можно жить ради кого-то? Бред какой, господи милостивый. Вот поэтому у нас в России пьют. Не научили людей для себя жить. Вы понимаете? С собой не умеют сами оставаться наедине. Поэтому и удивляются, как этот Оля сама с собой сидит и общается. А мне кайфово с собой. Кайфово. А вы так не умеете. Вот поэтому, когда вас бросают мужья там или жены, сразу пить, сразу за соску хватаются, за мамкину сиську. Это же сиська. Все это сиська. Куря, вот это все. Это сиська. Так, где мой омлет? Бесят, зайки, бесят. Не могу видеть тупых вокруг себя. Вы понимаете, вот как я не говорю, меня так бесят тупые люди. Вот они мне настроение портят, вы понимаете? Я не хочу их видеть рядом с собой. Тупых, пьющих вот этих вот, которых жена бросила, они за бутылку, понимаете, сразу это, хватаются. Фу, противно. Противно. Всем тяжело. Мне тоже скучно жить. Мне тоже задолбала моя жизнь, но я же не пью, не валяюсь по улицам, окровавленная. Понимаете? Конечно, можно сказать, Оля, смотри, мало ли что случится. Ну, нет, зайчики, я, извините, выберу более, если уже такой степени хочется сдохнуть, ну, выберите более какой-то объективный способ это сделать, а не валяться по грязным улицам, окровавленными, пьяными. Ну? Если уж до такой степени хочется, так им не хочется сдохнуть. Если бы они правда хотели сдохнуть, бы они бы сделали что-то другое. А им не хочется. И они хотят привлечь к себе внимание. Они хотят, чтобы их спасали. Понимаете? Хотят, чтобы их спасали. Понимаете? Жены бывшие прибежали, их спасли там. Мужья. Оля, не, ну Оля на улице, он не хочет, чтобы его спасал. Он мне сказал, да, что... Вот.
Вот, например, моя бабушка, да? Ведь тоже суицидница. Тоже суицидница. Отказывается ехать в эту, в как ее, в травмпункт и ко врачу. Ну, пожалуйста, хочется умереть таким экстравагантным образом от сепсиса или чтобы тебе руку отрезали. Ну, пожалуйста. Ну, Оля, понимаете, и Оля хочет, конечно же, всех спасти. Но я как-то вот себя, ну, я сдержу себя, да. Позволю вам сделать с собой то, что вы хотите, понимаете, да? Ой, бесят, бесят жутко. Вот. Меня вообще бесят вот эти старые люди, знаете, из Советского Союза. Ну, не научили людей жить. Не научили жить ради себя. Не научили жить честно, справедливо, по справедливости. Понимаете? Вот и живут кое-как, вот и живут. И нам, молодежи, жить мешают. Мешают. Все старперы эти мешают нам, молодым, жить. Понимаете, да? Вот, например, я когда в колледже, в институте училась... Я участвовала в конкурсе ораторского мастерства 2 года подряд. Я вам все рассказываю про первый случай, как я участвовала, да? Когда меня в Минск послали. А я еще участвовала на второй год. Вот. На второй год я шла участвовать, уже абсолютно вся разочарованная, потому что мне первый конкурс, который, да, был в Минске, меня запороли, сказали, она была не так одета. Они сказали, она была не так одета. Вот тут выступление хорошее, да, но вот мы ее не пропустили там в этот финал, потому что она была, ну, полуфинал, она была не так одета. Ну, все, да, я поняла, что все куплено, все проплачено, даже в Белоруссии, в Минске. Это в Белоруссии, в Минске было. Конечно, кому там нужна на этом конкурсе эта внебюджетница Оля, да? Внебюджетница Оля, это даже не системница, да, без там каких-либо этих... родственников, да, высокопоставленных чинов из МВД или еще откуда-нибудь, да, там, СИНа или еще как. Зачем? Кому она нужна? Это просто обычная девка Оля, которую родители, за которую платят за обучение, там, эти наскребывают эти несчастные копейки. Оля приперлась, Олю все-таки выпустили на этот конкурс, оплатили ей поездку в Минск, да. Оля приперлась, извините, в чем было, было. И пофигу, мы будем оценивать Олю не за ее талант, да. А вот как бы по внешности, да, талант есть, но, знаете, вот как-то одежонка как-то какая-то дешевенькая, простяцкая, поэтому... Вот, на второй год я шла участвовать уже в нашем, ну, первый отбор был у нас как бы в Пскове, вот, в нашем институте. Я пришла чисто на расслабоне. С таким вот предвзятым отношением, специально, чтобы показать свое презрение, потому что я понимала, что, ну, скорее всего, меня и так в Минск пошлют, потому что все остальные, там ни на кого нельзя было сделать ставку, все остальные были бесталанные по сравнению со мной, а? Вот, мы тянули, так, это мой заказ, мое яйцо, и, в общем, там нужно было, как всегда, речь написать, а я, как всегда, писала в последнюю ночь, ну, все готовятся, а Оля вундеркинд, Оля может написать речь, даже не пися ее, Оля может просто выйти наговорить, если это под настроение, да? Вот. Я написала речь свою за ночь. Там еще тема какая-то была тупая, про, знаете, такая про что-то науку, про научных деятелей. Но мне же нужно было выпендриться. И я решила эту тему повернуть в такую сторону. Я решила поднять тему того, что у нас в науке одни старперы сидят, стариканы, которые высиживают свои места чуть ли не до... понимаете, смерти, пока они не помрут на этих рабочих местах. А молодежи в науке места нет. Нигде, ни в науке, ни во власти, нигде молодежь не пускают. Все сидят, понимаете, до скончания своих лет. Вот. И я вышла выступать первая. Мы тянули жеребьевку, и мне вот, ну, так вот выдалось выступать первой. Хотя я как бы знаю, что там, знаете, как говорят, лучше там в конце, или в первой, в конце, да, или не знаю, как лучше. Но я была, честно говоря, с одной стороны рада. А почему? Потому что первое впечатление, оно незабываемое. Когда я вышла выступать, это педагог наш, которая, ну, она сейчас, кстати, какой-то шишка какую-то, Юлия Алексеевна, она занимает какой-то там шишечный пост сейчас в институте, она вот так вот сидела, слушала. Вот так, даже это было смешно, с одной стороны, это было провокационно, это было вообще классно. И там, короче, какие-то девчонки сидели, мальчишки там пришли тоже с каких-то институтов, вот, и какие-то они такие были воодушевленные, девочка там одна все рассказывала мне перед конкурсом, ой, со всеми познакомилась, такая вся такая, ля-ля-ля. Я, короче, вышла выступать, выступила, она мне потом сидит и говорит, ты знаешь, говорит, после того, как ты выступила,
Я подумала, а вообще стоит ли мне выходить выступать? Да. И вот у меня выступление казалось вот этой темы. Конечно. Почему? Почему у нас везде одни старперы? Не дают молодежи пробраться. То на эту молодежь гонят, а сами сидят везде на своих присиженных местах. Понимаете, уже маразм у них, понимаете, пошел в мозгах. Понимаете, а все хотят нас, молодежь, научить, как нас жить. Мы сами знаем, как нам жить. Пустите нас и в науку, и во власть. Вы сюда пустите. Понимаете, и мы сами решим, как нам жить. Понимаете? Нет, они сидят, высиживаются. Высиживают. Вот эти вот все, которые взяточки, понимаете, из Советского Союза научились обманывать, лицемерить, взяточки давать. А мы честные. Мы молодые, мы честные. Мы взяток не берем. Мы и не молчим, и жопы не лижем никому. Ну ладно, будем жрать. Если у вас едет крыша, и вас заебала собственная жизнь, ни с кем поговорить, некуда слить ваше дерьмецо, невротичка Оля придет вам на помощь. Предлагаю созвоны со мной за денежки, за ваши донаты. Выслушаю все, анонимность гарантирую, и гарантирую то, что тараканы в вашей башке разбегутся от страха перед невротичкой Олей. Пишите мне в мою группу «Невротичка Оля», либо переходите по QR-коду в переписку Telegram со мной. Я нахожусь в областной больнице, в травмпункте. Я привезла бабушку все-таки. Я мужу сказала, я ходила, клеила объявление, мужу сказала, едь за ней. Ну, то есть он должен был за ребенка забрать. Я говорю, скажи ей, чтобы одевалась, и едем в травмпункт. Значит, он ее собрал, забрали меня. Мы приехали сюда, поднимаемся. Очень плохой подъезд там к травмпункту, асфальт раздолбанный, все это в лужах сейчас, вот это все. Подъехать сложно. Бабушка поднимается, кряхтит, охранник ей говорит, ой, вам повезло, сегодня хороший врач-заведующий. Я думаю, уже интересно. Значит, приходим, ну, оформились, это все дело. Все не так приветливо, как в прошлый раз я вам описывала. Значит, заходим, там, ну, сели, выходит врач. Я понимаю, что врач. Вот, мы зашли. Врач посмотрел. Ну, понятно. Значит, врач, действительно, заведующий по фамилии Букша. И сейчас, в принципе, мой рассказ будет посвящен этому врачу. Я безусловно уверена и хочу акцентировать на это внимание, что это видно, что это очень опытный и очень авторитетный врач. Но, господин Букша, ваш авторитет и ваш профессионализм, понимаете, он очень сильно страдает от вашей короны на голове. Это немножечко возвышенность над пациентом, такая вот отсутствие приземленности. Я считаю, что оно очень вам мешает продолжать исполнять ваши обязанности квалифицированно, я бы сказала так, да. Ну, врач говорит, ну, вначале, когда произошла травма? Бабушка там пыхтела, мычала, не могла точно сформулировать. Вот, он как профессиональный врач четко задавал вопросы. Продолжаю свой рассказ из магазина «Лента». 7 вечера, воскресенье, этот чертов день никак не может закончиться. Значит, запах какой-то интересный. Значит, ну, мы зашли в кабинет к врачу. Он посмотрел, вопросы задал и говорит, значит, первое, мы делаем рентген, потому что я вас пошлю к хирургу, а ему нужен будет рентген. И второе, нужно сделать прививку особняка. Я напряглась, бабушка тоже. Бабушка вообще не любит никакие инъекции делать, да, в свой старый организм. Я говорю, от особняка? Я говорю, а при чем здесь особняк? А он говорит, ну вот вы там рассказываете про эту, про сковородку. Я говорю, то есть на сковородке мог быть столбняк. И типа вот ожог, там тыры-пыры, да. Он говорит, ну как бы да, у вас был ожог. И вот по правилам в случае ожога надо сделать прививку столбняка. Я бабушке говорю, ты будешь делать прививку столбняка? Она типа нет. Он говорит, тогда пишите отказ. Я говорю, хорошо. Но я не угомониваюсь, потому что, вы знаете, я человек тревожный, и всякие вот такие вещи, когда врач еще так начинает вгонять тебя в тревогу и панику, я такая говорю, а скажите, а какие симптомы у столбняка? Я уже напряглась. Я даже не столько по поводу бабушки, а столько по поводу себя, потому что у меня на руках царапинки какие-то, да? Разговоры о столбняке меня вот это жутко триггерят. Вот.
Он говорит, симптомов нет. Я говорю, как? Он говорит, сразу смерть. Я говорю, когда? Через 2 недели. Это вообще, это такой, это, я улыбаюсь сижу, я реально, у меня, с одной стороны, как бы я по-серьезному спрашиваю, с другой стороны, я улыбаюсь. Я говорю, а как тогда диагноз ставится посмертно, после вскрытия? Он говорит, нет, вначале в реанимацию, столбняк, а потом сразу смерть. И вот весь разговор в таком духе. Я потом, короче, ему говорю, что, вы знаете, я уже как бы начинаю, ну, переживать, у меня паника начинается. Короче, я врачу-то и говорю, как бы, говорю, вы понимаете, я говорю, что вы сейчас нас вгоняете в тревогу и в панику. Он говорит, и хорошо, и надо, чтобы вы переживали, надо вас типа напугать. И он начинает выходить из кабинета, идет там документы какие-то передавать бабушку, чтобы на рентген, тыры-пыры. Вот, я говорю, ну, говорю, ничего хорошего нет, как бы сказать. Знаете, у меня был невроз. И 4 раза скорую вызывала, да. Он говорит, это к психиатру тогда. И, ну, короче, говорит, дальше у нас продолжается диалог. Вот это в коридоре уже там, тыры-пыры. Я начинаю писать, он дает бумаги, я начинаю писать отказ от столбняка за бабушку. Я ему говорю, скажите, а какая у вас фамилия? Он говорит, Букша показывает мне. Я говорю, по вам видно, вы очень профессиональный врач. Вы знаете, я люблю сделать комплимент так, чтобы человек не понял, вот то ли я очень его хвалю, то ли что-то в этом нет. Я когда в фитнес-клубе работала, там директор тоже был очень самодовольный, нарциссичный, и я тоже ему так вот все время комплиментики делала, вот так, чтобы, знаете, чтобы вот максимально вот так, чтобы человеку то ли хорошо стало, то ли противно. Вот. В общем, короче, бабушку свозили на рентген, сделали ей снимок. Вернулись, врач уже такой, то ли ему понравился мой комплимент, что он очень хороший врач, но врач настолько стал мягким, вышел в коридор, все так мягко рассказал. Практикант, я так понимаю, такой парни такие высокие, молодые, обработали бабушке руку йодом. В общем, выписали ей таблетки, антибиотики, и завтра нужно бабушку везти к хирургу. Вот, так что завтра у меня еще приключения с этим хирургом с утра, да? Но у нее, конечно, рука пипец распухшая, вот, не знаю. Она переживает, что это может быть рожестое воспаление, но я ей говорю, вообще, говорю, в таких случаях надо, ну, вот, понимаете, вот это самое, что и бесит, друзья мои. Это что и бесит, что взрослые люди, вот бабушка, взрослый человек, ну почему я должна вот как с детьми таскаться? Ну неужели ты не знаешь, что если ты обожгла руку, нужно срочно делать обработку, срочно. Ожог – это не фигня. Первая степень, пузырь вообще нельзя трогать, лопать, ничего, надо обрабатывать срочно. Первой степени тоже, если он тем более обширный, срочно обрабатывать. Конечно же, туда может попасть инфекция, все равно, так или иначе, повреждение кожных покровов есть. Есть вот эта реакция в виде красноты. Нужно обязательно либо обращаться за помощью, либо самому обработать, есть специальные повязки. Ну, сейчас, кстати, их нет у нас. Я сама помню, их покупала под заказ из Питера. Их почему-то в Пскове не продают, противоожоговые. У меня вот после того, как у Линды был ожог, я их закупила. Конечно, надо держать пантенол, пантеноловые эти пенки. Сразу же обрабатывать, моментально. И почему, понимаете, вот я должна этому людей учить, я не понимаю. Почему? Жаль, они сами не соображают. Столько лет прожили. Ну, как с детьми, с маленькими, с ними возюкаешься, блин? Это так нервирует. Так, 18.02. Булку Линде взяла, она очень ей хочет такую булочку. Вы знаете, ребят, я очень устала. Я реально очень устала от всего этого. Так, какую я в прошлый раз брала-то, бляха, забыла. Эту, что ли, эту взять? Да. Попробуем эту взять. Сколько тут миллилитров? Вроде одинаково. Ой, зайки, так я устала. Я устала от того, что мне приходится всех спасать. Вот я очень от этого устала. Вот, и, конечно, я переживаю за бабушку. Но переживаю. Такая краснющая рука. Она может и помрет от этой руки. Серьезно, она может помереть от этой руки. Это не шутки. Это реально можно от них и ее, ну, помереть. Но я прекрасно понимаю, что я на это влиять не могу. То есть вот нравится людям вот заканчивать свою жизнь как-то по-тупому. Да, и вот меня это, конечно, жутко бесит. Тупость. Тупость людей, всех. Особенно, когда это родственники твои. Вы понимаете, да?
Ну, что делать? Ну, помрет, что, похороним. Похороним, свезем в струге красные. Что делать? Сейчас сижу, чаек пью. Смотрела Кристину мотиватор. Ну, я ее смотрю почти с самого начала, как только канал начала вести. Наверное, вначале я начала смотреть Оксану из Алабамы, и она потом сказала, что вот как бы, ну, вот они там, блогеры-то все американские наши, мигранты-то, они знают друг друга примерно, да, кто что делает. И вот она там что-то про эту Кристину мотиватор упомянула. Вот, я начала тоже ее смотреть. Вначале она меня как-то подбешивала. А сейчас, ну, давно уже смотрю, получается. Вот, она в круиз поехала. Вот. Говорит, 55 круизов отъездила за 9 лет, что в Америке. Ну, у нее муж Степа, Стив. Он по этим круизам таскается, все там, покупает их дешево. Вот сижу и думаю, блин, вот дорого, да? Дорого ехать у нас. А так хочется все равно в какой-нибудь Тунис или Египет. Так дорого, но все равно хочется. Я даже мечтала, знаете как, съездить в Стамбул. Заселиться в каком-нибудь маленьком отельчике на завтраках в центре. И просто ходить, смотреть, гулять город. Вот так вот, да? Но для этого надо, чтобы ребенок был более пешеспособный, да? Чтобы она не уставала ходить. Вот. Думаю, зайду, посмотрю, бывают ли туры в Стамбул. Ну, понятно, что тут можно, конечно, самому ехать, но все равно примерно ты все равно цену представляешь, да? Отельчик снять на 5 ночей, там, 30 тысяч, ну, там, да, ну, там, ну, от 30, скажем так, и больше, да, на завтраках. Вот, добавить перелет, авиаперелет, Аэрофлот к этим 30 тысячам плюс еще 220. Ну, это если на троих считать, да? Туда-обратно еще 220 тысяч. 220 тысяч перелет туда-обратно. Я просто вспоминаю, опять вспоминаю то время. Я не могу никак себе сказать, что, Оля, прекрати вспоминать то, что никогда не вернется. 2014 год, 13-й, там, 12-й, да? Особенно если был Шенген, можно было просто взять вот эти какие-то, ну, билеты, да, купить. Там муж смотрел тоже, там, у него была мечта Испания, Барселона, погулять там, да? Ты мог это все так легко сделать. Я помню, я лежала на каком-то пляже в Египте, что ли, где, и бабы там что-то какие-то разговаривали между собой, из Москвы летели. И одна другой говорит, а вот путевка моя, тыры-пыры, вот из зимой. Это было, ну, какой, 13-й год, да, наверное. Там путевка, например, моя стоит, там, не знаю, на одну 30 тысяч. Из них, там, например, 8 тысяч. Это авиаперелет из Москвы до Шарм-эль-Шейха туда-обратно. 8, ну, там, 8-9 тысяч. Представляете? Туда-обратно. Ну, а остальное там вот, это оплата пятизвездочного отеля. Как я стала хуже жить? Я не буду говорить за то, что за вас, да, типа, что как стали мы жить. Не знаю, как вы, но как я стала хуже жить. У меня и Шенген был. Я когда колледж искусств заканчивала в 16-м году, у меня же Шенген был сделанный колледжем, да. Они делали как раз перед выпуском. 2 года мне дали Шенген. У меня было 2 года подряд. Вот. Опять мне дали Шенген 2 года. Почему я никуда не поехала? Но я как-то думала, что еще будет возможность. Я ребенку там после рождения паспорт загран сделала сразу же там. Вот. Еще года ей не было, уже я стала загранник делать. Да даже тогда, когда ребенку было сколько, 2 года, это был когда? 19-й год, начало 19-го года. Я тогда очень хотела поехать в Турцию. Я прям Аньке моей знакомой Боченкова из агентства «Отдых круглый год». Я говорю, Аня, подбери мне тур. И у меня были тогда панические атаки. Я только тогда начинала с ними работать. И можно было купить тур на двоих, 5-звездочный отель. Муж, ребенок, я. Но ребенок еще не считается за пассажира. Там он годовалый, да? 90 тысяч. Летом. В июне. Хороший отель. Аня подобрала. 90 тысяч. И я уже говорю, Аня, я приду покупать. А потом я ей пишу, говорю, Аня, ты меня прости, что я тебя напрягла, у меня панические атаки, я не смогу поехать. Блять, и это был последний, это была реально последняя возможность, когда могла я съездить. Я в чемодан даже купила, я за полгода до этого, летом, когда у меня еще не было панических атак, я купила чемодан, блять. Я даже купила маленький электрический чайничек на, там, на сколько, ну, на 300 миллилитров, на сколько, чтобы с собой взять,
чтобы там разводить ребенку каши, ну, мало ли там все-таки чайник будет плохой или не будет его, не знаю. Я готовилась, но в последний момент, 19-й год, я не поехала. А это, оказывается, был последний у меня фактически шанс. Потому что через год начался коронавирус. И вот сейчас я рассуждаю про это, то, что отель 30 тысяч, а перелет 220, и думаю, ну это же еще не предел. Пройдут годы, и ты будешь говорить: Оля, блядь, ну надо было тогда, наскрепсти эти деньги, лететь. Вот сейчас канал Рустана и Людмилы я смотрела, они же в Египет вернулись, но они в Хургаде были, почему не знаю, в Хургаде обычно зимой в Шарм-эль-Шейхе летают, но они выбирали там в бухте, чтобы безветренно, да, действительно, в Шарм-эль-Шейхе было бы ветренее намного, это да. В Шарм-эль-Шейх, конечно, надо ехать в декабрь, начало января, а после там уже, ну, довольно-таки прохладно, ветрено будет. Но у них был очень дешевый тур. Ну, какой-то, сказали, 160 тысяч за неделю, по-моему, да, на троих. Это очень дешево. То есть я еще раз говорю, ну, у них отель такой, как бы я смотрела, такой чисто, ну, очень простенький был, вот. Как бы так чисто навскидочку. Потому что те отели, в которых я была, они были как дворцы, это правда. Тогда Рихана Рояль, он еще такой был, там такая еда была с местным колоритом. А Sunrise Diamond Beach был вот такой отель. Там прям такой сервис. Там прям к тебе выходят на завтрак и говорят, какой вам омлет сделать, с чем. Там реально экопродукты были намного качественнее. Не было специй таких вот местных, которые нам не подходят. Там было более такого на... как бы рассчитано на такого, ну... туриста такого, более такого. Там и местных очень много отдыхало. Богатых видно. Женщины такие все покрытые, возможно, там, не знаю, с других каких-то стран приезжали. Но видно было, что это, ну, такое очень... Ну, так попалось, да, как-то за дешевую цену купила я путевку туда. Вот, да, был первоклассный, конечно, отель. Ну, и он сейчас и стоит. Вот с семьей от 320 тысяч начинается путевка. От 320. Это значит перелет 200 тысяч, там, наверное, 220. И 100 тысяч – это, получается, отдых в отеле за сам отель. То есть это сколько? 1500 долларов. Да, это приличная сумма довольно-таки. Вот. Ой, зайки, ой. Да. И только да. Я не скажу, что прямо это повлияло бы на мое счастье кардинально, возможность куда-то уехать. Но когда я об этом думаю... А я еще мечтала в Марокко зимой тоже. Не, меня не интересует купание. Я вообще не люблю ни море, ни океан. Я единственное, что могу ножки помочить, походить по бережку. И подышать. Мне подышать хочется этим воздухом. Я бы океан хотела увидеть. А еще мне очень хотелось бы Марокко. Это такой местный колорит. Домики вот эти песочного цвета. Пустыня, садящееся солнце. Вот это вот. Меня это очень манит. Конечно, можно было бы сказать, что я пересмотрела сериал «Клон», но нет, меня всегда привлекала пустыня. Меня всегда привлекала пустыня, пустота, домики вот эти вот, закат. Я все время представляю этот закат, домики. Там экскурсий очень много интересных. Марокко, если ехать. Мне все время хотелось поехать вот так походить, побродить, заселиться в каком-нибудь маленьком колоритном отельчике. Там, знаете, есть такие отельчики, типа, да, ну как, ну маленькие совсем, такие колоритные. Нет, здесь нет связи с сериалом «Клон» абсолютно. Это не думайте, что я там сериалов присмотрела. Просто мне реально это очень нравится. Вот это вот. Мы с мужем в Тунисе, когда были, вот второй раз, мы ездили на экскурсию. Вот этот вот голубой их город, забыла, как он называется, там все такое бело-голубое. Кстати, я ролик подготовила, как мы с ним ездили, там фоточки, нарезка, презентация наподобие, вот. И еще мы ездили в столицу Суса, в Тунис, город Тунис. О, господи, столицу Суса. В столицу Туниса, город Тунис. Господи, милости, вот так, да. Вот, тоже мы там прошлись, погуляли, вот, походили. В местные магазинчики зашли. На рынке я платок купила. Он до сих пор у меня этот платок. Классный, красивый такой, с блесточками такой. Вот. Хотелось бы так вот приехать там и пожить. Пожить. Да. Да. Раньше казалось, что все впереди.
А теперь ты мать. Какое тебе уехать? Ты даже на день не можешь уехать. Уже тут начинается, понимаете? Даже на день не можешь никуда уехать. И то надо планировать за несколько месяцев, чтобы уехать на день. Я вот все думаю, ну, я надеюсь. Я очень мечтаю, что все-таки будет этот период, когда ребенок подрастет, станет подростком. Либо я одна смогу уехать, либо с ней, когда она будет уже такая вот. Ну и, конечно, чтобы перелет был. Не как Аэрофлот, да? 220, не знаю чего, но это капец, конечно. Друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке. В первую очередь это ваши лайки, комментарии и подписки. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом Donation Alerts. Все ссылки в описании видео. А для самых увлеченных зрителей у меня есть уникальное предложение – стать моим доном в группе ВКонтакте «Невротичка Оля». Нажмите «Поддержать автора» и введите любую сумму, удобную для вас. И вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разборам на примере моих ситуаций. Будьте готовы! Эти видео слишком откровенны. Люблю, целую, ваша невротичка Оля.